Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, обзорчик топовых акций, что есть на каком сервере, что поменялось, потому что меняется последнее время у нас очень много разных наград, много разных акций на разных серваках, поэтому надо смотреть, где выгоднее, и скажу так, с каждым днем дешевеют донатные герои, то есть скоро нас ждет обнова. 11 число, обнова, новый герой, новая судьба, скорее всего. В общем, посмотрим, что у нас будет интересного. Так, поехали. Зашли мы, ежедневный вход выполнили. Смотрим. 24 мешка зефира, нифига себе. Неплохо. Такс, 80 мешков, офигеть. Так, но пока не дешевеют камни. Мало продают камней десятых. Так, 50 баксов. Сменки. Монетки у меня здесь есть. За десятку. Вот такой себе пак, что-то не очень. Так, затрату. Ну, такие себе плюшки затраты, честно говоря. 60к вот это вот получить затрат, это фигня полная. Либо уже давным-давно обновить. Так, 1000 героев тоже. Ну, 20к вернете. 150к заролить, 20к вам вернут. Так, окей. Что здесь интересного есть? Бинго. Ну, бинго такое себе. Так, а вот плюшки обновили, сейчас посмотрим. Так, награды, ну такие тоже. Убрали они отсюда карты, и это печально. Вот хотелось бы, чтобы карты были на архидемон, они их убрали, взяли. Бессмысленно играть теперь в эту акцию. У нас сегодня архи должен открыться. Так, орбы мистический. Ну, все остальное такое. Все то, что было. Так, здесь нету. Что там у нас архидемон еще не открылся? Еще пока нет. Сегодня как-то по минималке. Опять Влада Дракулу дали. Издеваются, короче. Так, окей. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас поменялось на русском сервере на Тайвань. И, конечно же, забежим на АЭС, на котором я качаю пока что без доната. Так, на русском сервере у нас фонтан. Фонтан, ребятушки. Забрать бесплатно. Еще раз. Можно карты смены таким образом набивать. Такс, окей. Чё по рынку? По рынку все понятно. Можно даже не заходить, не смотреть. Так, парящий остров. КГшки дали. Ну и так неплохо. Сколько там дают? А, я уже не увижу. В принципе, неплохо. 40к кгашек. Я считаю, это очень-очень даже прилично. А для бездоната однозначно плюс. Колесо фортуны. Понятно, таланты. Таланты выигрывают. Ну, в общем, ничего здесь такого у нас на русском сервере интересного нет. Архидемон закрыт. В общем, поехали дальше. Поехали на Тайвань, посмотрим, что на Тайване у нас. Немку я... А, давайте еще на немку забежим, хотя, в принципе, там награды уже поменялись, но посмотрим. Награды там попозже меняются. Может, что-то добавили. Такс. Тайвань. Тайвань, Тайвань, эта акция была. Здесь вечером не меняется, здесь только донатные утром меняются тоже.
Так, зефир, кстати, здесь не подешевел еще. Очень странно, что нету зефира за пак. Здесь тоже ничего не изменилось. Все так же. Архидемон еще не подошел. Окей. Поехали на немку. Посмотрим, что у нас. Что у нас есть на немецком сервере. Такс. Вчерашний наш трешачок. Я вчера показывал, здесь играл в пирата. Я практически собрал розу. Так, плюхи те же самые. Да, видите, через 3 часа они только поменяются. Все акции, поэтому даже смысла нету тут бегать. Бессмысленно. Вот этот пират. Мега эпический. В котором можно получить сумку. Ну, сумка зефира это такое оккультизм самое основное. И то, что я вчера, это сумки розы вот эти вот. Я вчера получил 4 штуки и собрал. Фактически уже собрал полноценную розу. Немножко не туда зашел. Вот 150. Ребята точно так же говорят, и огников пособирали. Можно трешануть сегодня. Ну, карты квестов-то надо качать. Конечно, аккаунт нам дня не хватит. Хотя, в принципе, если попроходить там подземки и остальное, ну, у меня вряд ли тут хватает 4 карты. Вряд ли мы далеко заберемся. В общем, вот так вот. То есть, немка сама по себе тоже хороша. Так, ну что, поехали на АЭС-сервер. Посмотрим, что нам сегодня приготовил. АЭС-сервер. Жесть, ребят. Посмотрите на это. Настолько уже второй раз, даже больше, чем на английском сервере, здесь ее дают. Офигеть. Я просто в шоке. Ну, вот вам АЭС-сервер. У кого есть айфоны? Так, плюшки нам поменяли, не поменяли. Нет, плюшки не поменяли. Седнушка у нас... А, седнушка за один, в принципе. Она длится 6 по 7, 23, то есть 2 дня, по сути. Опять же, 2 попытки. Колесо фортуны. Так, давайте в парящий забежим. 50 книг, отлично. Это именно то, чего мне не хватало. Первый день. Спасение заберем с арены. В общем, вот так вот, ребятушки. Вчера был здесь топовый пират. Сегодня здесь опять настолка. Так, давайте посмотрим на рынок. Что на рынке есть? Может, что-то интересное. Не, рынок такой же, как и на АЭС-сервере. Один в один. Так, парящие забрали, колесо фортуны, рулетка удачи, чарующие, фонтан, у грома нету, архидемон будет, ну, кстати, надо очки, чё ж мы очки не забираем, 444, 58, так, дерево, по бырику хоть пройдем. Ой, я живу, не случайно нажал. Я хочу уже поиграть в эту настолку. Так, ну немножко очки набили, отлично. Потом плюшки заберем. Блин, не забирается эта фигня.
Так, забрать сундучок. Смена бесплатная у нас была. Так, окей. Ну что, поехали, потрешуем, посмотрим, что у нас в настолке, какие шансы на сегодня. Так, ну награды вроде все те же. Блин, дали б Вольта. Три сундука, блин, почти. Почти, выбросили 6. Ну понятно, завтра я Вольта не заберу. Но даже третьи сундуки, я считаю, это очень обалденные плюхи для такого аккаунта. Да для любого аккаунта бездонатного. Так, окей. Открыть, открыть один. Чик. 10 камней. Еще один. Карты смены. Ну, такое себе. Недостаточно места на складе. Тут еще такое падает. Ну, железка неплохо было бы. Третью карту тоже было бы неплохо выловить. Так, ложный. Ну, ложный. Ну, такое себе. Мне он толком не нужен. Такс. Исцеление еще одно. Неплохо, неплохо, неплохо. Это уже получше будет. 17 карт. Так, что-то надо продать. Потому что места не хватает. Даже музончик уже закончился. Но, блин, все равно исцеление, ребята, это второе исцеление на аккаунте. И 150 кристаллов. Ну, я считаю, мне этого хватает, честно говоря. Потому что это, посмотрите на эти плюхи. Это на халяву. Что самое главное, что это на халяву. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.